Добрый день. Хочу показать, как в прошитый тюнер обновить каналы. Это можно сделать с помощью просто установка. Вот мы заходим в пункт меню установка, заходим на наш спутник, который нам необходимо. Выбираем, например, Астру. Или вот Амаз у нас ближе попался. Вот Амаз. Выставляем, что нам необходимо. Выставить первоначально DSEC, то есть найти конвектор рабочий для этого спутника. Конвектор у нас можно выставлять по протоколу вот 1.0 либо 1.1. Протокол 1.0 используется, когда стоит от 1 до 4 конвекторов, как правило. И если больше, чем 4 конвектора, тогда используется протокол 1.1. В данном случае у нас конвекторов больше, чем 4, поэтому у нас будет использоваться DSEC протокол 1.1. Здесь нам необходимо зайти и прописать рабочий транспордер. Ну, изменим. Вот видите, нажал ОК на транспордере, появилось меню. Вот выбрать, например, добавить, удалить, изменить. Давайте изменим. Наберем рабочий транспордер. Вы можете найти это на сайте, на любом, и прописать необходимый транспортер для того, чтобы определить необходимые нам данные. Так, вот транспортер, видите, пошел работать. Качество сигнала появилось, правильно выставленный наш DSEC. И теперь нам необходимо пустить поиск. Мы можем пустить, видите, поиск пустить по спутнику, мультипоиск, слепой поиск, он будет выбирать сам транспортер и каналы, очень удобно. Ну, мы для того, чтобы посмотреть, вот нажму просто по одному транспортеру. Вот видите, каналы появились, мы сейчас проверим, чтобы они работали. Видите, все работает, то есть, ну, и так по каждому транспортеру, по каждому спутнику можно настроить свои каналы. Но можно также настроить вторым способом, это еще легче, если у вас есть или вы скачали в интернете каналы, готовые уже каналы для этого тюнера. Значит, здесь мы, ну я сейчас зайду, сброшу на заводские, чтобы обновить базу, убрать, почистить. Так, значит, для того, чтобы залить список, это делается еще легче. Вот заходим в меню, переходим в пункт расширения. Здесь у нас, вот видите, USB. И находим наши канальчики на флешечке. Так, вот у нас папочка с каналами. Вот он. Каналы, видите. И теперь нажимаем ОК, наши каналы должны залиться. Кстати, здесь подходят каналы как для мини, так и для HD. SkyPram, поэтому здесь чуть полегче. Сложнее ошибиться в использовании каналов. Вот пошел процесс загрузки каналов. Вот видите, успешно все прошло. Теперь нам необходимо просто проверить и подключить DSEC. Вот все работает, все удачно прошло. Пятячий садочок до 5000 квадратных метров властного парка. Посмотрим, какие спутники. Вот видите, прошу, это сам каналчики на 4 спутника. Все работает. Всем удачи.